Привет всем! Сегодня у нас 29 августа, и надо собрать урожай. Яблочек вон сколько нападало. Все пчелки, конечно, дадут сегодня, какие-то злющие летают, в общем, везде. Вот так вот собираем, в общем, это уже с предыдущего раза вот так вот они падают, поспевают. Ну, здесь невысокая яблонька, поэтому они все хорошие, ничего не отбитое. Это у нас яблоня чудная, такие вот отличные яблочки. Крупные, красивые такие вот. Вот какие яблочки. Очень сладкие, сочные. Замечательные. Уже осталось немного. Все практически отпали. Тут еще вот уже тоже отпавшие. Ух, они уже, их можно и пособирать, кстати. В общем, ух, падают он и с той яблоньки. Тут еще хорошо держится. В общем, урожай в этом году хороший очень. Здесь вот нападали яблони лойка, яблоки с яблони. Вот такие вот тоже хорошие, красивые. Но это не самые крупные. В общем, самые крупные они на дереве висят. То ли вот ей, что слишком много их. Вот такие вот мелкие отпадают. Очень много вот яблочек висит. Вообще они поспевают где-то к середине сентября. В этом году как-то рано. Здесь тоже понападали. Надо все пособрать. Это какое-то недоспевшее. Но так вот такие вот. Сладкие, вкусные, очень хорошие. Кто-то спрашивает, сколько они хранятся. Не знаем, сколько они хранятся, если честно. В общем, съедаются быстро. Кому-то из родственников тоже даем, поэтому особо они не хранятся у нас. Быстро, в общем, съедаются. Поэтому такая вот красота. Поэтому такие яблочки очень хорошие. Всем могу порекомендовать. Яблонь чудная. Очень она морозостойкая, неприхотливая. В общем, для Сибири вообще отличный вариант. Вкусные, замечательные яблоки. Дерево вот такое с паниклой кроной. Раскидистое. Ну, в целом очень даже такое привлекательное, то что не слишком рослое, удобно собирать яблоки, удобно их как-то вот подвязать, так вот опоры сделать. Вот это высокая, она, конечно, лойка, она повыше. Ей нужны делать такие опоры, вон палки поподставили, в общем, всю ее связали, чтобы ветки просто не поломались от тяжести.